Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Пропал щенок породы алабай, девочка, окрас белый с черными пятнами. Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 8-912-843-5609. Обучение охранников, трудоустройство, безопасное обращение с оружием. Телефон 58-27-25. Требуются почтальоны, оператор, начальник почтового отделения. Звонить по телефонам 77-68-31, 8-932-841-95-11. Предприятию «Кушкульские теплицы» требуются сотрудники. Сдельная оплата труда от 20 до 45 тысяч рублей. Обращаться в Оренбурге, Шарлыкское шоссе, 30А, телефон 38-77-22. В строительную организацию требуются менеджер отдела снабжения, бухгалтер материального стола, телефон 23-01-61. В управляющую компанию требуются дворники, уборщицы. Звонить 8-987-346-7202. Требуются частные охранники. Звонить по телефонам 8-922-625-0664, 8-922-625-1409. Требуется инженер-теплотехник, главный инженер по эксплуатации, завхоз. Звонить 8-922-858-18-00. Требуется с графиком 2/2 кондитер с опытом работы, пекарь-тестомес в мини-пекарню. Телефон 25-13-90. Требуется автокрановщик. Зарплата 50 тысяч рублей. Телефон 8-903-364-61-99. Срочно требуется слесарь-сантехник. Телефон 66-11-44. На улицу Беляевскую требуется водитель категории БЦ для развоза продукции. Телефон 26-87-31. В строительную организацию требуются монтажники НВФ и ПВХ, машинист башенного крана, телефон 23-01-61. Требуются инспектор по кадрам, делопроизводитель, повара, работники кухни, грузчики, телефон 8-922-037-75-76. Требуется уборщица офисных помещений. Звонить по телефону 22-96-08. Требуется дворник, мастер участка по санитарии. Звонить 8-922-533-30-01. В связи с расширением производства требуются формовщики, тестомесы, пекари. Звонить 90-10-03. Требуется мастер участка, телефон 69-39-80. Требуется уборщица, дворник, телефон 28-34-36. Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской, телефон 8-922-860-40-46. Смотрите видеоблокнот на нашем сайте ort-tv.ru.